На подмостках Москвы Чувашский академический драматический театр. Большие гастроли труппы прошли на сцене театра Содружества актеров Таганки. Артисты представили 3 спектакля: Константин Иванов, Часы с кукушкой и Во мне душа Пихамбара. Как оценила московская публика игру коллектива, в нашем репортаже. До начала спектакля еще час, а публики уже немало. Билеты разбирают быстро. Не каждый день можно посмотреть постановку на чувашском языке. В гримерках актеров идут последние приготовления. Грим, прическа, костюм. Все должно быть идеально. Такие цветы дарят нам поклонники хорошие. Видите, какая красота. Это разве не радость? Труппа уже отыграла на сцене Московского театра 2 постановки. А на десерт – мюзикл «Во мне душа Пихамбара». События – борьба двух сторон – охотников и зверей. Сложный текст постановки режиссер, народный артист СССР Валерий Яковлев переводит в систему знаков и символов. Этот мюзикл – синтез песни, речи, танца и пластики. Современная хореография, музыка, написанная под нее, и костюмы. За всем этим многообразием зритель следит почти 3 часа. Спектакль вообще изумительный, интересный. И, честно говоря, вот даже такие эмоции переполняют, что даже нет слов сказать, что я очень довольна, что пришла сюда на этот спектакль. Достаточно динамичный, очень хороший звук, очень хорошая музыка, интересные костюмы, любопытная хореография. Ты действительно веришь, что это волки, волчья стая. Некоторые есть очень любопытные моменты взаимодействия волчьей стаи, поэтому здесь по Станиславскому уже можно сказать «я верю». Такую отдачу зрительного зала почувствовали и актеры. Как они тепло аплодировали, как они любили нас, так они восторженно прям восхищались нами. Спасибо огромное. Мы принесли им частичку Родины, частичку тепла, зарядили. Чувашские артисты на сцене театра Содружества актеров Таганки выступают уже в 4-й раз. Вся Москва только об этом и говорит. 1000 смс-ок, 1000 посланий, 1000 сообщений. Москвичи просто безумно благодарны актерам, благодарны всем Чувашской республике, что сегодня идут большие гастроли у нас в Москве. Большие гастроли приурочили к вековому юбилею театра. Его отметят в январе будущего года. А это прекрасный повод для ответного визита уже московской труппы. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика.